Всем салют! Red Horse ёлкой снова тут. Ну что, мы с вами продолжаем выживать на самом хардкорном сервере, по моему мнению. Сервер неудержим. Давайте приступать. Приятного просмотра. Сезон 3, серия 9. В общем, если вкратце, иду я по лесу с этой сраной ёлкой, и не видно от нее ни хрена. Меня зомби загнали на вышку. Но загнали не зря. Смотрите-ка, здесь есть наклеечка для монстробойного оружия. Столько оружия, это самое найти. Тут всего лишь... одна женщина, и то какая-то дикая, не хочет останавливаться никак. Я сейчас попробую ее, наверное, подстрелить, что ли. Там, правда, еще ходили. Но будем надеяться, что на выстрелы они не придут. Вот только меня смущает то, что она никак не хочет останавливаться. Сейчас надо подождать немножко, может быть, она остановится. Ни хрена, никто она не останавливается. Так мало того, что она пришла, тут еще один пришел. Хрен. Я эту местность знаю, и вот где-то в той стороне должен быть амбар, причем очень-очень близко. Ну там буквально метров 100-200, вот где-то так. У нас выносливость полная, может быть попробовать рвануть туда, потому что они не хотят отставать от меня. Они меня видят, и видимо из-за этого не утихомирятся никак. Так, Диман, соберись. Ну, с богом. Давай, чеши. Так. Давай сквозь кусты, чтобы они потеряли наш след. И вот видите, как елка машет перед Харей? Вот примерно так я и бежал. Вот, ну вообще, просто жесть. Не видно ни хера. Где амбар? Где амбар этот сраный? Так, вот амбар. Отлично. Но выносливость уже кончилась. Ай, падла. Давай, Диман, не подкачай. Давай. Ты падла. Бросай елку. Елку брось, твою мать. Брось эту сраную елку. Давай, херач ее. Ах ты ж падла, а. Походу, это та же самая, которая внизу стояла. Сволочь, а. Кровь пустила. По-любому чем-нибудь заболеем. Но радует, что она всего одна. Так, бегом в сарай. Бинтоваться, проверяться. И если кто-то еще прибежит, отстреливать им в головы. Фух. Ну, такая, конечно, себе идейка была с этой пробежкой. Я почему-то думал, что этот сарай гораздо ближе находится, нежели... Так, давайте быстренько перебинтуемся. Короче, полной выносливости не хватает, чтобы пробежать эти 100-200 метров, которые я рассчитывал. Или здесь гораздо больше. Так, давайте проверимся. Где у меня тестер? Так, где тестер? А чё, у меня нет тестера? Хреново. Но пока что никакого индикатора болезни не появилось, и это радует. Ладно. А почему только один зомбарь прижал? Там под лестницей было как минимум двое их. Странно. Ну ладно. Давайте глянем, чего у этой зомбихи было в карманах. Заберем елку. И будем продолжать наш путь. Так, в карманах ничего. Дерево целое, не сломало. Не, вроде целое. Хватаем деревце. И опять с этими кустами посередине экрана продолжаем наше с вами путешествие. Ну что, мы с вами добрались до благополучно до схрона. Вот поставил я елку и скинул сюда все вот эти вот вещи, которые мне вроде как с собой сейчас не нужны. Я вот только сомневаюсь насчет вот этого пистолета. Он как бы сильно поврежден и... Эх, ладно, сложили, ладно, пока место есть. Кстати, зомбарь нам всю одежду порвал просто в хламину. Смотрите, перчатки уничтожил. Ботинки драные. Ой, жесть, а. Вот это она нам с вами качественно, так сказать, нашлепала. По харе. Порвала и бронежилет, и куртку, и штаны. О, вообще жесть. А если бы их двое было, сразу бы нахер убило бы, наверное. Так, у меня же еще ниже есть. Вот. Я сюда, короче, скинул деньги, наклейку, зажигалку, антитоксин. Ну, короче, все, что мне вроде как с собой сейчас не надо. Давайте возьмем с собой один антивирус, потому что мы с вами один-то потратили. А сюда, наверное, закинем антитоксин. Пусть у нас инъекции уже хранятся вместе. И инъекции-то потихоньку в схроне кончаются. Давайте пожрать, наверное, возьмем. Потому что у нас как бы из готовой пищи-то вообще ничего нету. У нас только рыба есть сырая. Я вот бы еще, знаете, что на самом деле хотел бы сделать? Может быть, мне как-то попробовать вместить оружие какое-нибудь свое? Вот у меня на UMP, по-моему, осталось не так уж и много патронов. Может быть, оно как-то влезет?
Так, ну сюда оно вряд ли куда-то влезет. А вот в елке надо попробовать пошукать. Вдруг нам что получится. Нет, к сожалению, я полазил там, попробовал. Ну, не получается. Даже выкинул я этот сильно поврежденный МК-2. Один фиг, ничего не лезет. Давайте брелок, наверное, сюда скинем, а инъекции положим уже в жилет у нас, чтобы лежало все по уму, по красоте. Пришлось мне брать с собой этот UMP. Потому что, ну, в схроне его складывать, к сожалению, некуда. Да, кстати, пока я бежал к своему схрону, нашел одну очень-очень интересную вещичку, которую я проверять не стал. А вот сейчас самое время для этого. Давайте сходим посмотрим кое-что. А нашел я тут вот эту вот красотку. Насколько, я думаю, вы догадываетесь, это не текстурная машина. Это машина, на которой можно кататься. Аккумулятор, радиатор есть. Свечки не хватает. И 4 колеса, нихера себе. Вот это подгон. Так, нет, сначала... Так, ну, бензин в машине, скорее всего, есть. А вот воды, наверное, нету совсем. Поэтому сначала нам с вами нужно... сбегать до ближайшей лужи. Может быть, она чья-то? Может быть, ты тут припарковал так, а сам пошел лутаться? Хотя зачем колеса снимал? Нет, все-таки, наверное, она тут заспавнилась. Так, у нас есть две фляги и кастрюлька. Ну, на пол радиатора, наверное, этой воды хватит. Нам если не на пол, то, ну, хоть до куда-нибудь доехать нам этой воды точно хватит, чтобы не перегреться. Так, две емкости налил, осталась последняя фляга, вроде все спокойно. Блин, в такой момент моего развития найти на сервере машину, это довольно-таки круто, но, блин, бесполезно, потому что у меня нет никакого ни строительного лута, у меня нет никакой базы, никакой нычки, и я не смогу ее просто-напросто засейвить. Даже вот загнать в гараж и застроить, у меня ее просто-напросто нечем. Мы сможем на ней только докуда-нибудь доехать, и поедем мы, наверное, с вами в сторону деревни Каменка. Так, возвращаюсь я к машине. Блин, может, это все-таки засада какая-то, а? Ну, вроде пока никого вокруг нее не видно. Никакого движения, ничего. Может быть, конечно, в доме кто-то засел с винтовкой и ждет, пока я сяду за руль или что-то такое. Но, опять же, наверное, уже бы стреляли. Хотя, может быть, и нет. Может быть, она, правда, просто текстурная такая здесь заспавнилась. Мне настолько сильно повезло, что я по пути ее нашел, увидел. Так, давайте чекнем, что у нас там есть. По бензину, по воде. Так, Диман, присаживайся. Так, воды вообще нет. Бензина, ну, где-то 1/4. Маловато, конечно, но должно хватить, чтобы добраться хотя бы до этой Каменки. Так, это у нас, где тут у нас капотец спереди, да? Отлично. Всегда, когда открываете капот у машин, отходите немножко назад, потому что они могут довольно-таки сильно вам по челюсти щелкнуть. Давайте сейчас зальем водичку всю, что у нас есть. То есть у нас есть две фляги и полная кастрюленция. Правда, всего на 4 литра, самая маленькая кастрюля, которая есть на этом сервере, но это все же лучше, чем ничего. Давай. Тихо, спокойно, не суетясь. Никто в тебя не целится. Так. Я вот что еще подумал. Бензина маловато. Может быть, нам в гаражах попробовать поискать? Аккумулятор я цепану с собой, чтобы никто не увез ее. Без меня тут. Так. Капот. Отлично. Дверь давайте отстегнем. Это уже чисто моя такая, так сказать, бзик мой. Что дверь мне будет мешать, если нужно будет экстренно выскочить, надо будет сначала дверь открыть, потом выскакивать, я поэтому лучше поеду без нее. Надеюсь, из-за этого герметичность моя не пострадает. Тут, кстати, как раз рядышком есть очень-очень много гаражей. Давайте попробуем найти канистру с бензином. Если у нас будет полный бак, то мы с вами сможем преодолеть гораздо большее расстояние. То есть смотаемся в Каменку, может быть, залутаем блокпост, нам должно хватить одного противогаза с одним фильтром. А потом, чем черт не шутит, если у нас будет бензин, уедем куда-нибудь дальше. Ну, пока что в гаражах пусто, но тут еще просто их дохера. Ну, естественно, естественно, ребятки, что ничего мы с вами не нашли. Это прям какая-то теория заговора. Открой 100 гаражей, и ни в одном не будет канистры. Ну, это вообще какая-то жесть. Так, машинку за это время пока что никто не угнал, пока я тут шманал. Вон, смотрите, все гаражи открыты настежь, и нигде не было канистры. Ну, ёперный театр. Эх, ладно.
Ну, до Каменки нам должно точно хватить бензина, если мы, конечно, не вхерачимся в какой-нибудь столб по пути. Так. Отлично. Цепляем аккумулятор. Так, нам нужна свечечка. У меня, видите, не зря. А, можно даже так было. Ах ты ж падла. Вот поэтому я и говорю, что лучше рядом с машиной никаких действий таких резких не делать. Так, что за странные звуки? Господи, я надеюсь, она не взлетит, когда я за нее, в нее сяду. Так, еще надо капот закрыть. Отлично. Ну, только не взлети, пожалуйста, я тебя прошу. Так, ну нормально, смотрите, у нас воды почти полный этот. Полный бак. Ну чё, поехали? Поедем, красотка, кататься. Ну, на самом деле, аккуратненько надо быть здесь, потому что здесь крутые виражи, а Димка тот еще гонщик. И мы все с вами видели, как он может на пустом месте расхерачить радиатор, так что машина сгорит просто-напросто в ноль. Тут рядышком есть заправка, но почему-то, знаете... Так, вторую. Почему-то я не хочу на ней заправляться. Там дальше по пути будет еще одна. Вот на ней уже, если все будет в порядке, мы остановимся и залутаемся. Здесь как-то... Ну, не знаю, какая-то такая аура у нее, что вот я рядом с церковью, тут еще поля открытые. Не хочу. Ну, не хочу и все. Будем надеяться, что... По пути нас никто не подстрелит, какой-нибудь кемпер откуда-нибудь издалека, там бах, метким выстрелом в лобач нам между глаз попадет. Опа, фары, смотрите-ка, фары у меня, оказывается, есть здесь. На самом деле, оно и без лампочек светит. Так, аккуратненько надо, аккуратненько. Нам бы с вами до Каменки доехать, там спрятать в одном хорошем гаражике, о котором мы с вами все вместе знаем. Опа, менты. Депос. А у меня прав с собой нету. Но, надеюсь, они со мной не погонятся. Потому что без прав-то как бы это, если догонят, навешают люлей. Так, ну ладно, давайте дальше продолжим уже немножечко в ускоренном режиме. Да ёперный театр, смотрите, опять ДПСники стоят. Че у них сегодня, рейд, что ли? Твою мать, их прям рядом с колоночкой. Аккуратно, пожалуйста. Блин, рядом с колонкой эти зомбари стоят. Они ведь нам не дадут заправиться. Ну что ж ты будешь делать? Ну ладно. Ну, насколько у нас бензина хватит, настолько и хватит. До туда, как говорится, и доедем. Так, так, так. А тут же была раньше зона тумана. Ай! Жесть. Здесь же туман раньше вроде был или зеленый, или нет? Так, ну мы его на машинке, наверное, быстро проскочим, так что... Да и нет тумана никакого. Че, его убрали, что ли, на этой военке, или что? Аккуратнее, пожалуйста. Машинка-то эта, новенькая, не бита, не крашена. Ну да, в натуре нет никакого тумана. Может, надо на военочку было на эту бы сбегать, а? Че скажешь? Ё-моё, радиация. Нихера себе. Чё? Ёперный театр, уже и болечка появилась. Опять радиация? Офигеть, а. Слушайте, а я вот даже не знаю, у меня с собой есть антирад или нету? Блин, я не помню, мы из схрона взяли. А был у нас вообще в схроне антирад или нет? Блин, пишите в комментариях. Нихера не помню. Жесть, а. У нас, конечно, ни кемпера, ни ДТП не убьет, но вот радиация в открытом мире нас точно доконает. Будь здоров. Блин, ну ладно. Пипец, едем дальше. Thank you.
Так, так, так. А вот и каменка. Выключим свет, чтобы нас не видно было. Тут есть один... Чё, и деревня радиация? А, это хеликраш, блин. Тут есть один неплохой гараж. Мы с вами в прошлые разы здесь застраивали наш... Чё у нас было в прошлой мапе за машина? Гюнтер? А, у нас Санка... Сарка была, точно. Вот. Надеюсь, он не застроен? Нет, вроде бы нету хозяев. Никаких. Сейчас временно поставим машинку сюда. Давай. О, Диман, тебя что, укачало, что ли? Да, да ты брось, что ли? Ладно, что нормально тебе ехали. Ты ч... Нихера себе. С тебя там ведро вышло. Так, давайте в дом. Блин, тестера-то у меня нету. Антирада у меня тоже никакого нету. Да что ж ты будешь делать? Ну, у меня есть только водка. Эх, от радиации нам поможет только она. И то я не уверен, что ту дозу, которую мы хапнули, а мы хапнули очень чуть-чуть. Сможем ли мы вывести этой одной бутылкой или не сможем? Блин. Ладно, давайте сейчас здесь присяду. Машинку мне здесь видно, и гараж видно. Если кто попытается угнать, я его остановлю. Ну и буду сидеть здесь в углу, лакать водяру в надежде, что она меня вылечит. Если, конечно, я все не выблюю. Блин, по всем законам жанра. Выпил бутылку водки, ни хрена не помогло. Представляете, взошел в соседний сарай, и там, короче, лежало два аккумулятора. Я как раз со своей машины снял аккумулятор и свечку. А тут, короче, сразу два лежат. Непорядок, машинку нашу могут угнать. Поэтому давайте скинем эти аккумуляторы в воду, чтобы они никому не достались. И второй давайте тоже выкинем, там уже он сильно поврежденный. Да, это, конечно, не экологично, но зато машинка наша останется целости и невредимости. Так, сейчас я отправляюсь лутать эту деревню. Я понимаю, что видно плохо, но у нас как бы с вами выбора-то особо нет. Мы с вами подыхаем от этой радиационной болячки. Отправляюсь в деревню, попробую найти водяру. Может быть, попробую поубивать зомбарей. Хотя деревня небольшая, и я вот сколько здесь лутаюсь, я еще пока что их особо-то и не видел. Но, я думаю, если стрельнуть, тут прибегут... довольно-таки много типов. Хотя, может быть, и нет на самом деле. Все это нужно проверять. Перчатки, блин. Все это нужно проверять. Да уж, и искать нужно все это дело быстро. Твою мать, твою мать, твою мать! Нет, 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 нет! Давай быстрее заходи! Блинский, блин! Перебегала из дома в дом, и меня, короче, заметил зомбарь. И я думаю, ну, все, время пришло их подстреливать. И, как назло, прям на входе начал блевать. Я уже все, я уже простился с жизнью. Это просто срака какая-то, а. Нагрел вроде я немножко зомбарей. Где они только ходят, я не пойму. Блин, Димона рвет просто по КД. Какое же у него там облучение-то, а? Я понимаю, ребятки, что вам плохо видно. Попробую, может быть, гамму подкрутить, чтобы было позаметнее. Господи, пожалуйста, скажите, что у вас в карманах будет водяра или антирад. Пожалуйста. Ты чё присел? Странный малый, короче. Ага, вон бегут, бегут. Нет, все-таки, ребятки, походу глушители не работают. Вот он не тронутый, а все равно смотрите, сколько их сбежалось. Что за херня? А где попадание? Почему первое попадание было мимо? Что-то, походу, куда-то я в раму, что ли, опять попадаю. Потому что, видели? Попадание не засчитывало. Так, мадам. Да что вы никак не сдохнете? 6 патронов. Так, вроде бы все. Вроде бы тишина. Никого там уже снаружи нет. Пошлите быстренько посмотрим. Мне нужен только антирад и водка. Антирад и водка. Или то. А у вас есть персики. Хорошо. И все. Серьезно. А, камень точильный. Ну, спасибо. Сейчас я себе наточу что-нибудь. Жесть. Столько трупов и всего персики. Камень точильный.
Походу, вся моя удача закончилась на машинке. Машину нашел, все, лимит удачи на сегодня исчерпал. А теперь дохни, падла, от радиации. Такой, так сказать, противовес удачи твоей. Так, дубль 2. Но в этот раз я поступил немножко умнее. Я подождал, пока его начнет рвать в доме. И как следует проблевался там. Я облутал уже всю деревню. Пришел в ее конец. И тут, короче, еще зомбаки есть. И причем в огромных, мать его, количествах. Будь здоров. Блин, на юмп на самом деле очень мало патронов. Куда уходят патроны? Все, короче, нам не до шуток. Нам надо уже быстренько всех убивать. Сдохни. Хрен с ним. Стреляем с ТТшника. Сейчас все сюда сбегутся. А сбежится их очень, очень немало. Я надеюсь, только никакие мутанты не прибегут, потому что у меня может не хватить на них патронов. Твою мать. Только стоило подумать об этом. Так, ладно, его оставим на закуску. Если что, закроем его, в принципе, в доме. Ну, ёпкарный театр. Ё-моё, тут зомби орут. Блин, их так много. Как бы они сейчас друг друга... Да протолкнули текстуру. Господи, я думал, уже все, он уже в дом зашел. Ой, жесть, а. Охренеть. Ну, блин, ну уж у кого-то должен быть антират, а? Или хотя бы водяра. Лучше бы, конечно, антират. Да что ты? Столько зомбарей, а ты маришь. Так, патроны. Патроны-то потихонечку кончаются, но у нас есть еще репи... Ты чё близко так стоишь? Соблюдай дистанцию. Да ёперный театр. Так, деда убили. Так, ну вроде как с мелкими зомбарями мы с вами почти покончили. Так, стой, замри. Блин, падла. А, нет, их двое еще. Блин. Текс. Давай. Ну остановись. Да ёп. Первый театр, а. Остановись. Тут сейчас гранаты нахер разнесу. Ну, так тоже сойдет. А этого парня давайте-ка, наверное, будем убивать с чего-то покрупнее. Благо у нас патроны-то есть. Да что ж ты плюешь-то? Так. Ни хрена себе. Слушайте, а мы сможем вообще его убить-то, а? Офигеть. Ни хера себе ты бронебойный. Фух. Так, давайте, наверное, чё? ТТшник хотя бы одну обойму зарядим. Потому что, да ну, потому что, мало ли, мы с вами нашумели знатно, сюда сейчас кто-нибудь может прибежать. Хотя не знаю, ночью кто играет на сервере. Наверное, только я один балбес в это время играю. Диман, держись. Сейчас пойдем лутать, у них по-любому есть и таблетки. Димка, держись, пожалуйста. Если нет, вызовем врача какого-нибудь тебе. Он тебя точно поставит на ноги. Так, ТТшник, перезаряжаемся. Кто-то идет. А, зомбарь. Нифига себе, еще есть.
Или это новый разрыв? Ёперный театр, какая там куча зомбарей лежит. Ну уже, не живых. Где ты? Где-то орёт. Слушай, а может на крыше? Может они на крышу кого загнали? Темнотища. А, нет. Вот она стоит за дверкой. Кис, 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 иди сюда. Блин, странная зомбячка. Ну давайте закроем ее, например, здесь. Ну ты чё там? Так. И куда? Что-то какая-то она тупенькая. Жесть. Будь здоров, Димка. Вот она. Подловила ее, короче. Бегом, бегом давайте лутать. Ну, показывайте. Ну, у кого-нибудь так патроны пойдет. Давай, давай. Таблетки, ну не те патроны. Нож, все замечательно. Ну давай, антирад, вот. О, граната, ни хрена себе. Так, граната. Блин, тоже неплохо. Швейный набор, отлично, как раз все наши шмотки починим. Так, ну давай, давай. Так, открывашка, хер с ним возьмем. Ну, блин, тут и так трупов много, ты еще и обливал их все дела. Ну ты вообще никакого почтения к мертвым. Так, ну. Так, да, да, твою мать, да, водяра. Давайте, давайте, так, перец, что еще есть? Ну, показывайте. А где, кстати, этот излом? Так, вот он. А, у тебя что? У него то ли инвентарь зар... А, нет. Или да? Что-то я не пойму. То ли у него нет ничего, то ли что? Ладно, нехай с ним лежат здесь все эти говнари. Давайте сейчас убежим куда-нибудь немножко в сторону. Ой, и будем лечиться. Блин, бутылку водки нашли. Офигенно, а? Не знаю, как сейчас ее нужно пить. Глотками, не глотками, залпом, не залпом. Сними ты эту маску, ёперный театр. Сейчас наверху где-нибудь мы с вами зашкиримся. И будем лежать, отпаивать Димку. Просто, чтобы он выздоровел. Потому что если он умрет от этого, это будет пипец. Потому что я у себя на базе оставил две бутылки водки. Разгрузился специально, думаю, ну зачем мне столько водки с собой? Ну я же все равно человек не пьющий. Ну и оставил. Ой, жесть, короче. Да, ребятки, мы это сделали. А, прям хочется салют пускать в сторону, во всех херач, давай. О, мы вылечились, ребятки, прикиньте. Господи, я уже ставил крест, просто я уже думал, хана, но эта бутылка водки нас просто спасла. И знаете, даже после первого глотка я вылечился. Так, гранатка что-то на слот не упала. То есть один глоток в то, что мы сделали с вами, нас спас окончательно. Блин. Ой, жесть, конечно. Ну, вечерок выдался. Блин, вообще, конечно, атас. Не, ребятки, давайте-ка, наверное, на этом серию закончим. Да, она получится короткая, но очень и очень, как по мне, эмоциональная. Так что спасибо, что досмотрели до конца. С вами был Редхар. Надеюсь, скоро увидимся. Всем пока.